Ведь я смотрю именно туда, куда надо. Любой бы туда посмотрел, любой! Всем привет! Вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима. И сегодня мы смотрим, да вы прекрасно знаете, что Брайана Мапса. До этого я его не смотрел у себя на канале, и поэтому решил ради знакомства начать с небольшого ролика. Поэтому подписываемся, забегаем в мой телеграм, там все новости о моем канале, и поехали смотреть! Так, ты опять позвал мать провести какой-то эксперимент. Честно скажу, не знаю что. Ну, давай. Она еще не знает, на что она подписалась. Собственно, я купил. Мы же знаем название. Эта штука излучает инфракрасный свет и таким образом определяет направление взгляда. Многие ютуберы уже снимали подобные видео, но мне стало интересно проверить именно свою маму. Так что я отобрал некоторое количество inappropriate контента и сейчас буду его включать. Я уже боюсь. Да ладно, здесь ничего такого. Вот скажи мне, ты вообще порядочная женщина? Хорошее начало. Конечно. Я не считаю, я такая есть. А, да, я забыл поздороваться. Всем привет, друзья, с вами Брайан. А это моя мама. Да, здравствуйте. Точно порядочная, на первый взгляд. Ну, капельку вижу. Что она делает? А, она куда я посмотрю, туда она двигается. Да? Куда я глаза... Вот я туда, она раз сюда. Я сюда, она раз сюда. Это глазной трекер, ай-трекер. Он улавливает твой взгляд, куда ты смотришь конкретно. Есть догадки теперь? Мне пришлось поискать в недрах YouTube какие странные видео, чтобы проверить... Блин, ну я бы свою маму на такое не подписал. Контент топ, однозначно, но маму я бы свою не подписал. А как вы бы сели со своей мамой так посмотреть видосики? Пишите в комментариях. То, на чем я буду фиксировать свой взгляд? Да. Главное, чтобы я подальше сидела, а то мой взгляд тоже будет улавливаться. И вдруг он у нас совпадет. Так. Ну, надеюсь, ты не порно там скачал? Ну, не настолько, конечно, но... Ну. Знаешь, что такие стримерши? Стримерши? Ну, которые в прямом эфире стрим ведут, да? Да. Какую-нибудь глупость делают иногда, какую-нибудь гадость делают в прямом эфире, да? Ну... Ну, обычно, чем бывает. Тут какая-то подборка, вот, не знаю, в чем тут фишка. Так что, я сам не знаю. Вот она пьет. My butt sweat? Я должна на ее попу смотреть, потому что она ее показывает. А зачем, да, ты смотришь? Ну, потому что она... В смысле? Ну, это же ты смотришь. Нет, так она же это на этом... Что? И типа она не знала, что она фильм показала, да? Нет, она знала. Ну? Ну зачем ты смотришь? Ты же порядочная женщина. Ну все, блин. Ну ладно, там просто ей написали, что у нее попа вспотела, она решила проверить все ли что. Тогда переводи. Я бы посмотрела, вспотела у нее попа. Ладно. Dude, I got freak. Ну ладно, сиси нормально. Еще у нее подмышка вспотела, она теперь все свои потные места будет показывать. Ну сидит часами, стримит девочка, что ты хотела? Какая-то еще подборка, не знаю, что там такое даже. Да, конечно. Мама, куда ты смотришь? Что она показывает, туда я и смотрю. Ну нет, в смысле, она комнату показывает. Она специально, мама, видите, как мама специально... Старается, старается, молодец. Любой бы туда посмотрел, любой. Мне нравится Тутанхамон вот у нее. Первое, что тебе, на чем глаз заостряется, это то, что такое большое. Ну да, ладно, один раз посмотрела. Так ты мне одних и тех же, ну, девушек ставишь, друзья. Ладно, сейчас что-то поставлю другое. Допустим... Только пресс. Он тоже комнату просто показывает. Я вижу. Есть один человек. Видели бы вы мою главную страницу после этого запроса теперь? Да, я понимаю. Рикардо Милос. Знаешь такого? Нет. Должна? Знаю. Обязана. Это вот он? Да. Это он очень популярный. И вот это все, что он делает, вот это вот, вот это вот, вот это вот. Да. Это такой у него контент? Да, он на этом зарабатывает. Ну куда у тебя должна смотреть? Не знаю. То, что шевелится, то на то и смотрю. Я смотрю, потому что я тоже... Черт возьми, хорошо, что у меня сейчас нет этого трекера. Ведь я смотрю именно туда, куда надо. Если вы тоже так, залайкайте этот видос. У кого тоже ручки вспотели, а? Хочу
научиться. Да? Конечно. В ТикТоке будешь выкладывать? Да, это называется этот, как, скажи мне? Тверкинг, да. Хочешь так же научиться? Ну нет, это тоже надо иметь способность. О, круто она бутылку держит на голове. Да. Вот это... С подборками выяснили, что у нас еще имеется. Теперь мне вот это интересно, кстати, проверить. Эксперимент. Ты должна смотреть и, в общем-то, если заметишь что-то странное, ты должна мне сказать. Пожилой человек спрашивает, как ему пройти куда-то там. И этот с ним разговаривает и, соответственно, объясняет. Ну? Вот он ему объяснил. Тот же чувак. Нет, зачем? Один ушел, один... Они что, меня здесь заметила? Заметила. Не должна была заметить. Да почему это? Ладно, еще один. Блин, там очень просто было. Тебе нужно считать конкретно, сколько раз он белый мячик в правую руку успеет поймать. Так что считай. Что это было? Подожди, справа. Да как ты ее заметила? Ты не должна была. Боковым зрением, кстати. Правильный ответ 8. А, ну вот, она меня, говорю же, отвлекла. Ты ешь, она видела, интересно? Я вот посчитала. Смотри, там что-то дальше еще будет. But did you see the gorilla? Заметил ли ты гориллу? Да. В смысле? Да, гориллу заметила. Она меня тоже сбила со счета. Да на ты гориллу. Не должна была ее заметить. Да как я не должна? Да как это? Ну, блин, видно же гориллу. Ты внимательная? Мало того, что порядочная, еще и внимательная. Цените своих мам. Кто тоже любит маму, напишите об этом в комментариях. Давай что-нибудь еще наберем. Например, вот, мне кажется, что... Не спрашивайте, почему у меня уже это вбито. Еще и фанфики пишут на Шрека, да, Максим? Ну, фанфики на все. А мама знает, что такое фанфики? Я когда на тебя фанфики почитала, это вообще. Ты читала? Конечно. Зачем? Ну, мне в предложке было. Господи, жизнь никогда не станет прежней. Ну, вот фанфик, например, «Ослиная пещера». Какой кошмар! О май гад! Это рандомный комментарий. Улыбнись! Видишь, можно улыбнуться, а можно и не улыбаться, но ведь улыбка лучше. Это относится и к твоему комментарию. Какая милашка, как тебе? Нет. Не милашка? Нет. Вот, как тебе такой фанфик? А, это осёл такой? Да. Да! Господи. У тебя что это такое, треснуто? Да, это... Теперь всё заляпано. Это грязь. Это грязная очка. Нормально вообще? Как много мармеладок скушала эта девушка. Давайте. Опять горила? Блин, как ты это замечаешь? Да в смысле? 7, и там кошка выглядывала. Да блин! Как ты это делаешь? Да легко это! Я перед тем, как это тебе показать, сам на себе испытал, я не заметил эту кошку. Да ладно! Ну просто потому, что ты знаешь, в чем. Да чего я знаю? Там кошку явно вот так поставили и убрали. А, ну так, а правильно, чего удивляюсь? Ты это все замечаешь, но при этом ты неправильно на задание. Считай, да! 6. А ты 7 насчитал. Слишком много куда смотришь, значит. А-а-а. Она же прям конкретно боковым зрением же, вот она. Я думаю, на йогу записаться. Как думаешь? Да. Думаешь, поможет? Ты хочешь что? Для чего? Ну, просто от стресса. Нет, это медитация. Ага. На медитацию хочешь записаться? Ну, нет, на йогу. На йогу? Ну, йога. А ты хочешь йогой заниматься? Йога — это нифига не от стресса. Это очень сложно. Ну, а ты вообще, тебе нравится йога? Да, да. Ты бы хотела? Да. А что? Я просто видео нашел, смотри. Так, почему? А куда датчик исчез? А, это в угол просто смотрел. Ну, я уже посмотрела, куда надо, теперь я буду принципиально туда не смотреть. Не смотреть. Вот буду на глаза смотреть. Вот. Нет, а там. Ну ты понимаешь? Запомнила ник, даже запишу, когда там. Ну, ты уже провалила тест. Ну смотри, там то, что шевелится, на то и смотришь. Да хватит оправдываться. Папе потом будешь рассказывать, когда он это видео посмотрит. Просто смотри. Double pump?
It squirts the fuel in so you can go faster. Теперь, какого цвета машина была? Какого она была цвета? Желтая. Что не заметила. Желтая была. Была желтая или зеленая какая-то такая. Там прям сразу в тебя. Желтая или зеленая? Как ты говорила, прям сразу в лицо, как можно не заметить? Ну машина не шевелилась. А кто ж? Девушка разговаривала. Желтого или зеленого? Один. А ну? Желтого. Желтого? Уверена. Угадала. Да! Потому что желтого, я тоже сомневалась же. Вот так вот. Вот сразу видно. Желтого, вот я потом вспомнила эту общую картинку, да? Да это так вот. Какая я? В общем, прошла мама тест или нет, решать вам. Но я думаю, она была максимально порядочной в этом тесте. По крайней мере, она пыталась. Ну ладно, сиси нормально. А теперь я покажу вам, как делаются превьюшки для Ютуба. Делаешь... Что ты такое? Как ты так смотришь подозрительно? Может... Теперь такая, типа, удивляешься, когда смотришь. Нет, ты... Давайте я тоже запилю себе параллельно превьюшку. Очень смешно. Просто, теперь моя очередь. А я тебе на тебя смотрю такой... Вроде бы Брайан сидел со своей мамой, но нервничал почему-то я. А если вам понравилось смотреть со мной этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, забегайте в мой инстаграм и телеграм. А с вами был Дима, типа топ, пока!